Исследований. Мы профессионально специализируемся на исследованиях финансового поведения, ну, с использованием всех спектров исследовательских методик. И в своей презентации сегодняшней я хотела вообще поделиться с вами, так все-таки сессия, да, у нас мы перешли в блок исследований, да, потребительского поведения, вообще рассказать, как мы, как исследователи, меняемся, как меняется наша индустрия, перед какими вызовами мы сегодня стоим при изучении потребителя на рынке финансовых услуг и о тех парадоксах поведения, с которыми мы сталкиваемся. Причем я постараюсь привести вам пример из нашей исследовательской практики. Более того, мы посмотрим небольшой видеоролик, также по итогам наших исследований, который очень даже будет показать.